трущобы. Аварийное обесточивание. Рахим отправил меня к Спайку. Как я понимаю, он руководит разведчиками. Так, получите у Спайка задание. Спайк. Чё меня сюда-то портнуло? Ну-ка, оба. Спайк. Это Спайк? I'm Crane. Just what I need. Как раз не хватало. Очередной чайник. Ладно, слушай, не запоминай. Есть два типа грузов. В одних еда, предметы, первой помощи, снаряжение, все такое. В других только антизин. ВГМ отправляет односторонний видеосигнал и дает знать, когда будет груз. Проблема в том, что грузы с антизином забирают боезовики Райса. А без антизина нам всем хана. Райс и его банда работают только днем. Выйти ночью означает почти верную смерть. Но следующие два груза с антизином сбросят сегодня на закате, и Беркин намерен их забрать. Возможно, это наш единственный шанс. Какова моя роль? Но я уже говорил, ночная вылазка. Это почти самоубийство. Было бы без почти, если бы я полтора месяца не устраивал безопасную зону. Брекин и его люди будут сегодня в безопасности. Если ты сходишь туда и активируешь ловушки, вот она твоя роль. Что это за ловушки? Как их активировать? Я буду вести тебя. Помни одно, без этих ловушек Брекинг до утра не доживет. А если он не принесет антизин, нам всем крышка. Прежде чем туда идти, возьми несколько взрывпакетов. Сам сделал. Возьмите взрывпакеты. Все что ли? Тут, так, подготовьте ловушку для миссии Брекина. Пойдем. Так, мародерство, ключ к выживанию. Обыскивайте трупы, сундуки, брошенные машины, предметы, мебели, даже мусорные баки. Там могут быть детали для сборки оружия и деньги. Чувство выживания поможет вам найти добычу. Мародерство, ключ к выживанию. Ищите на местности огромные запертые сундуки, оставленные другими выжившими. Обычно они находятся на крышах в недосягаемости зомби и содержат оружие и прочие ценные вещи. Ну, отлично. Так, давай так, давай-ка мы вспомним, чем нам надо для стрелы. Стрела рейнджера. Метрические детали и гвозди. Блин, можно было бы здесь как-то это пометить? Как в Fallout там. Ну, и пометил, да? А тут нет. Так, чё, куда нам надо топать? Вон туда. Топать туда. Ох. А вон я вижу что-то, вижу. Ну-ка, давай. Оп, пусто. Пусто. Так, а здесь чё? Блин, а как туда попасть-то? Тут закрыто. Тут закрыто, а как туда вход? Там кто-то внутри. Ну-ка, может, сверху? Сверху. Как-то не особо похоже, что сверху можно попасть. Ёбаный ты дурак, блядь, не ту кинул. Силовой кабель. Кнопки перепутал. Блять, нахер ты эту ловушку-то кинул, долбаную. Так, подожди, мне надо. Сюда. А, точняк. А там этот, да, внизу сам. Так, давай. Металлические детали. Подожди, здесь же был этот полудурок вроде. А, он вон там ниже был. Капец, ну тут искать, конечно, можно хрен знает сколько. Так, а как мне? Сломать.
так вот нахрен тебе. Но одно радует, они же через эту не проберутся, да? Не проберутся. Окей, полезли наверх. Полезли наверх. Так, тут окно не бьется, окно. Что, и замок открыть нельзя? Окей, так. Что нам надо? И куда вообще? Вот нам туда надо. Прикольно. Это ж прикольненько. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, вот той открыт багажник, там, значит, ни хрена нету. 8 баксов. Так, сначала машина, открой капот и присоедини батарею. Это активирует ловушку. Давай, открыли. Так, все. Одно активировали. Это Джейд. Кто сейчас наружу? Срочно нужна помощь. Я снаружи, по заданию Спайка. Ты ведь Крейн? Да, слушай. Один из наших пытается подготовить безопасное место для миссии Брекена. Пытался. Он на площадке возле Вефы и Мирмара. Его окружили зомби. Нужна помощь. Ладно, схожу. Конечно, мне же заняться-то нечем. Схожу. Давай-ка. Пошаримся в мусорке. Да, ну тут с ними в открытое противостояние. Сейчас лучше не вступать. Огребешь по полной. Лучше сейчас вон мусорки проверять там всякие. Ну вот в плане вот этого прыгания, лазания, ну вообще прям круто сделано. То есть прям очень необычная. Очень необычная в этом плане игра. Еще детали металлические. Так, а ты что, не встанешь? Не хочешь? Лаваш. Халва. Ну что, раз лежит, надо есть. Ёп, красота. Валим, валим, валим. Блин, а что дверь-то закрыть нельзя? Хаты без дверей. Так, оружие. Какие-то идут. Блядь. Ща меня зажмут. А иди нахер. Животное. Так, куда надо? Сейф. Что, безопасная зона? Джейд, я на месте, мутанты тоже. Осторожнее, Крейн. Конечно. Так, давай мы тогда. Вошел нахер. И ты нахер. Еще немножко стула. Еще какая-то коломага. На, нахер. Пошла нахер отсюда. Ё-моё. Так, подожди, ты же знаешь, где здесь этот есть. Я же знаю, где здесь есть этот Экскалибур, или как он там. Может, за ним сгонять легендарный предмет. Да что тут, падла, ёпта, живучая такая. Все. Алкоголь. Откройте.
О, нет, похоже, слишком поздно. Черт, ладно, прикончи его быстро, чтобы не мучился. Готово, черт. Выбор, он уже не человек, теперь бегом. Но все еще нужно включить свет, только так можно обезопасить эту зону ночью. Выучили сборку предмета шокер. Журнал боевых действий. Журнал боевых действий. Что там было написано, не успел прочитать. Так, надо, надо, надо. Что там надо? Включите питание, чтобы отпереть безопасную зону. Включите питание. А, вот. Огонь. Безопасная зона разблокирована. Вот черт. Доберитесь до крыши здания и свяжитесь с ВГМ. До крыши здания. Так. Чертежи. Так, я могу сделать стрелу рейнджера. И сколько штук их делается, интересно? Обычная стрела. Одна? Не, подожди, то есть половица. Лук рейнджера. А, я в безопасной зоне, тут оружие не выбрать. Опять. Ну-ка, давайте в жбан. Для таких этих скрытых атак, да? Прям даже очень. А у лука, наверное, у этого качества ж не должно будет, да? Уменьшаться, по-моему. Поэтому мне сейчас нужны гвозди. Сейчас нужны гвозди. Так, а на крышу какого дома-то залезти надо? Вон того? Крыша... того дома. Не, нахер не буду эту ломать, муж. А интересно, если эти полудурки полезут через вот эту дверь, они ее снесут или нет? Что тут, халва? Кофе. Кофе пригодится. Оу, повышен уровень ловкости. Ну вообще супер. Так. И чё, и как? Подожди, ну вот сюда, да. И, а, ну, все просто. Сюда. Взлом нормальный. Да, все понятно. Как-то медленно это поворачивается. Вот как взлом здесь устроен, мне вот здесь вот не нравится. Как-то он так неказисто сделан. По сравнению с тем же Скайримом, как там взлом происходит. То есть поприятнее происходит взлом. Че, побазарим? Это Крейн. Доложи. Я встретился с доктором, типичный ученый. Ему выделили трейлер из лаборатории, и он там работает над вакциной от вируса. Прием, как слышно? Слышу тебя хорошо. Добавляю вторичную цель. Легенда прежняя. Обеспечь безопасность его изысканий. Подтверди. Приоритет по-прежнему похищенный файл? Подтверждаю. Считаю маловероятным, что ученый-одиночка, да еще и в трейлере, мог добиться значимых результатов. Но если добьется, они нам нужны. Окей. Джейд, готово. Хорошо, нам нужно еще несколько таких точек. Мы наметили пару мест для новых безопасных зон. Спайк потом отметит их тебе. И Крейн, спасибо. Спайк, он твой. А теперь где? Тебе надо активировать еще одну ловушку. Посмотри, там должна быть машина.
А, это вон, среди вон тёй куча зомбаков, да? Окей. На улице полно мутантов. Подсказать? Держись подальше от улицы. Старайся передвигаться по крышам, там они тебя не догонят. Они собрались вокруг машины, Спайк. У тебя же есть пара взрывпакетов. Запусти одним в толпу. Эти мертвечины довольно легко отвлечь. Пара. У меня их 11. У меня их 11. Так, ну-ка, я могу коктейль Молотова сделать. Так, коктейль Молотова. Коктейль Молотова. Могу сделать алкоголь и бечевка. Раз. Два. Окей. Так, теперь мне надо инвентарь. Труба. Так, где коктейль Молотова-то? Капец, я что, коктейль Молотова не вижу? Отмычка. А, вот он, снаряжение встал. Так, подожди, как меняется снаряжение? А, вот. Почему один только? Я же их несколько сделал. Один, два, три. А взрыв-пакеты как тогда? Взрыв-пакет, коктейль Молотова и сюрикен. А, вот взрыв-пакеты. Так, ну-ка, бомбезные ваши. Оп. Давай. Давай. Опа. Погнали. Ту-ту-ту-ту. Ах, у меня больше молотого-то нету. У меня молотого больше нету. Так-то нормально я вас поджарил, да? Вас отвлечь на себя. А, отвали, сука. Не получилось, слушай, про канала. Рисканул ты, конечно. Так. Еще надо в одной тачке активировать. Все, эта хрень сломалась. Это тоже долго, недолго осталось. Для ремонта удерживаете. Так, подожди, мне надо к той тачке попасть. Ну что такие тупые-то, ёптать, идите туда вон. Давай, оп. Продолжай в том же духе, все получится. Рядом следующая машина. Чтоб тебя не застали на открытой местности, ну, это и так ясно. Спайк, эти уроды повсюду. Как активировать ловушку, чтобы пустить ее в ход? Никак, я же тебе говорил. Они только для ночной вылазки.
Черт, ладно. Так, чё? Активируйте световые ловушки. Еще где-то там. Так, давай посмотрим. О, этот. Этот сдох. Так, подожди, давай-ка мы сейчас. Да спрыгни ты. Нормас. Так, давай пороемся в отходах. Бечевка. Металлические детали. Кто там бесится-то? Так, что у нас тут это? Навыки. Навыки, навыки. Ловкость один навык есть. Да, понятно, давайте. Необходим. Уклоняться так, открывать в сторону или назад. Ну, это первый навык. Его хоть как придется брать. Так, изменить. Так, тут. Хочу, конечно, а чё? Других-то пока нету ответвлений. Так, чё, куда ловушку световую надо активировать? Закрыто. Странные вот эти такие дома какие-то. Ну, закрытые и чё? То есть для чего активна эта дверь, если она закрыта? То есть ручку, что ли, просто подавить? Странно, честно. Сделали бы, чтобы она вообще не активна была бы, и всё. Темнеет уже, да? Ту-ту-ту. Так, а тут чё, куда? Ах ты. Хрякнулся. Так, чё у нас тут? Куда сюда? Здесь чё, где? Машина или что там? Блять, все уже забыл. Все играл, ну, вроде не так давно, кажется. Не, ну тут фонарь вроде должен быть. А, да, вот фонарь. Три раза ярче обычного уличного фонаря. Мутантов просто таки обжигает. Еще не сдох. Рот тебе компот. Так, надо до этого будет, наверное, сейчас все-таки. До меча сгонять. Сгонять. До меча. Я, правда, смутно помню. Смутно помню, конечно, где он. Напомню. Вы можете создать новый предмет. Так, вот эту хрень. Так, активируйте световые ловушки. Так, а чё карта мне? Карта, так, мы должны. Так, меч у нас. Нет, меч у нас. Где вода находится? Ну, это куда-то сюда, где. Чуть смутно помню. Давай, перелазь. О! Чудо, как-то я тебя махом грохнул-то. Даже сам не ожидал. Прикольненько. Пошла нахер, да? Давай халвы захаваем. Хаваем халву. Так, тут. Что-то он мне показывает, куда туда.
Это, наверное, паркур бегать. Опять замок. Слушай, пока три сундука открыл, ни одной отмычки не сломал. Нормальнее. Так, нормально. Инвентарь заполнен. Так, что-нибудь выкинуть, наверное, можешь. Так, половица. Урон 19. Так, разобрать на я. Так, давай мы тебя разберем. Потом 39, 28, 28. Ножка стула 19. Разобрать. Ржавый разводной ключ. Разобрать. Труба 25. Так, окей, пока пусть будет. 28, 28 и 39. Разводной ключ. А, да, подожди, разводной ключ. Собрать, разобрать, бросить. Так, а как тебя выбрать-то, блин? А, вот так. Вот так, да? Так, и доступен. Мусорка. Так, я... Так, что-то я не понимаю. Темнеет или нет? Или мне это просто... Так, где-то здесь, наверх. А вон. Так, отмычка. Так, аптечка у меня на эту, на среднюю клавишу стоит, мыша. Еще одна есть. Теперь туда вон. Так, а чё ты не показываешь расстояние до объекта? Так. Ты вон там. Угу. И как? И как туда? А, вот так, что ли? Опа. Нормально. Так, здесь мы все. Активируйте световые ловушки. А, тогда переходите к следующему. Еще к следующему. Сколько ж вас тут? Блин, иногда забываю читать там, ну. Надеюсь, английский. Сейчас более-менее все должны понимать. Ну, по крайней мере, кто смотрит видосы такие, наверное, английский понимает. Все, да неужели? Опа. Спайк, весь микрорайон вырубил. Что за фигня происходит? Опять только нет. Ладно, слушай, нам там недалеко электроподстанция. Проверь ее. Конечно, кто бы сомневался. Опять. Каждый раз вырубает. Да уж, без света наши дела плохи. Мы тут беззащитны. О-о-о. Надо включить питание поскорее. Надо включить питание и поскорее. Ну давай.
Пойдем на электростанцию. Сейчас огребем там на этой электростанции, да? Так. Электростанция. Ну вот она, электростанция. О, черт, что за... Е-мое. Вот это бурундук. Слышь, бурундук. Ну что, иди сюда. Сюда иди. Иди, иди, иди сюда. Че? Че? Падла, ты чё, не сдох? Ну лезь ты, ёпты. Газовая труба. Открывать. Сейчас сломается, да? Опа. Та-дам. Так, чё, кофеёк? Ну, кофеёк, окей. Так, а где ты? А вы чё, все сразу взорвались, да? Ах ты ж, а вот он ты. Так. Опа. Вот, подстанцию перезапустил, но если закоротило раз, это может повториться. Отставь коллектрику, мне договорились, просто зайди в безопасную зону, там и проведешь эту ночь. Ты какой деловой. Оставь электрику мне. Чё туда сам не пошел включать? Электротруба. Чертеж электротруба выучили. Уже лазить не умеешь там, да? Давай здесь посмотрим, что есть. Похоже, не в эту сторону. О, да. О, да, детка. Я тебя открыл. Нет, дверь не закрывается. Но зато эту открыть можно. Так, прежде чем стемнеет, вернитесь в безопасную зону. Фух, ну шо, погнали в безопасную зону. А темно тут уже прям. Ух ты ж. Как темно. Подожди, за мной что, бежит кто-то? Ах ты, скотобаза. Ёб твою мать. А-а-а! Гасимся. Охренеть, за мной бежит. Охренеть. Не, ну я знал, что они будут бегуны, но что-то как-то они слишком рано появились. Ёб твою мать. Еще бегун. Ну хоть не с одного удара убил, и то хорошо. Это вообще обидно было с одного удара, если бы меня шлепнули. Пошел нахер. Все. Что-то я прям это. Что-то я прям. Ну и чё? Может, я с лука уеб... А, я же в безопасной зоне, я тебя с лука не могу шлепнуть. Ну все. Ну, ладно, живи тогда. Oh, вот черт.
Что это за хрень? Эй, док, это Кайл Крейн. Крейн? Чем могу помочь? Видел тут зомбака, весь в зеленых волдырях, дал дёру, как только заметил меня. Так что-то подобное раньше видел? Боюсь, информации недостаточно, но если увидишь такое еще, дай мне знать, хорошо? Конечно, дам знать. Тысяча. Так, и что у нас тут? Проспите ночь. Труба. Разобрать. Трубный ключ. Так, газовая труба разобрать. Разводной ключ. Вот эту еще разобрать. Давай мы сейчас до утра дождемся. Спайк, Крейн, ты проснулся? Случилось кое-что плохое, надо поговорить. Ладно, один момент. Поговорите с Папайком. Вы прошли пролог и готовы ко всем опасностям, которые ждут вас в мире. Дайлайн. Доступен совместный режим с вами или режим вне сети. Хорошо. А подожди. Вы прошли пролог и готовы... А, это выбрать надо. Выбрать тип игры. Дайлайн. Доступен совместный вторжение ночных охотников. Играть в одиночку. Совместный режим испытания вторжения охотников отключены. Да, мне вот это... Нахер еще какие-то ночные охотники, чтоб мне тут вторгались. Итак, режим трудный выбрал. А вот и лук, да? Не, вот если интересно, если ты выбираешь там легкий режим и совместно, то есть как это... Как это вообще фильтруется, получается? Туман такой, прям, знаешь, огонь такой, туман. Ну, вообще, ну, супер игрушка, супер, супер игрушка. То есть я первый раз, когда в нее играл, просто в восторге был. То есть я очень долго как бы сомневался, играть в нее или нет. Потому что думаю, ну, что-то опять стандартное про зомбаков, потому что, ну, сколько там Resident Evil прошел там. Silent Hill и все вот эти вот обскюры, один в темноте, ну то есть вот такое вот, и как бы думал, ну играть нет, а тут прям необычный сюжет, ну прям супер. Крейн, прежде чем мы перейдем к делу, ты отлично справился. С этого момента, если тебе что-то надо, заходи ко мне для начала. Вольт, ультрафиолетовый фонарь и пульт. Увидишь прыгуна, ослепи ультрафиолетом или замани в ловушку и включи ее пультом. Ясно? Ясно. Отлично. А теперь о главном. Затея Брекена все-таки провалилась. Черт, сам-то живой. Да, жив, но тебе нужно вернуться в башню. Джейд созывает всех разведчиков, значит, и тебя тоже. Па-па-парам. Повышение уровня выживаемости. Вы можете создать новый предмет. Нет, давай мы сейчас уровень выживаемости повысим. Так, что у нас тут? Упаковщик. Научитесь эффективнее использовать пространство рюкзака, получить 4 новых ячейки оружия. Так, усилители. Научитесь готовить усилители из растений, вы можете сражаться без устали, бегать быстрее, лучше в темноте или станете более стойким к ударам. Ох, выбор-то нелегкий, да? Давай. Блин, никогда у меня не получалось усилители толком использовать. Так, а теперь давай вспоминать, где у нас это... находится меч. То есть я помню, что где вода, где вода в том районе. Сейчас попробуем туда прорваться. Ну, пока еще жесть совсем там не началась. Опа. Зомбакам прилетел, ну привет, друзья. 60, ну
нормальная игрушка. Вот на 60 FPS комфортно играть, потому что старый, на старом компе я играл там и до 30 не дотягивало FPS. А тут... Причем там не максимальный графон был. А тут прям... кайфово. Причем я не обращал внимания, но по-моему 60 она стабильно держит. 60, по-моему, держит стабильно. Так, до воды мы добежали. Теперь вот... Ух ты. Это надо. Это обязательно надо. Мы из них. Ну, еще здоровячок там. Из них лекарства потом будем делать. Ну, я не помню, может, уже сейчас можно делать, но... А, нет, там же надо будет это, квест выучить. Надо будет выучить квест. Ну, раз уж сюда прилетел. То почему бы и нет. А, так, остров. Я тут сколько под водой плавал, то есть, ну, как бы, интересного особо-то ничего не нашел. Может, вы там что находили где-то? Пишите. Тоже будет интересно это. Вон, по-моему, вот на том островке этот стоит. Если я не ошибаюсь, там есть золотая оружка, именно меч. Жду, конечно, когда второй выйдет. Смотрел, представьте, превьюшки. Смотрел. Ну, прям жду. Да, по-моему, это этот камень. Или не этот, ну... Другого что-то здесь не видно. А, да, вот он. Ох. Короче, эта херня сейчас будет очень долго доставаться. Наберемся терпения. Надеюсь, это промотаю потом монтаж. Водички пока попью. Меч в камне. Экспалибур. Ой. Ну, что там? О, половина. Сколько? 30 секунд прошло. Половину только, да? 30 секунд, только половину. Тут хоть башкой-то покрутить можно. Надеюсь, не прервется. Красиво. Очень, ну, прям красиво. Потом надо будет вылазку на мост сделать. Ну, это не сейчас, еще маленький уровень там нахер. Попозже. Мне, конечно, и прокачаться интересно до этого. До максимального уровня. Максимальный фулово прокачать. Может, это вне видео делать, просто прокачивать, чтобы
не занимать время. Что? Что прокачка на однотипная идет. Ничего там интересного нет. Ну, давай, чуть только осталось. Так, а надо еще доложить в ВГМ о встрече с лидером башни. Ова! Слушай, 3000 прям этих дали, ничего. Экспалибур 327. Ух ты. Еще сгорает. Ну-ка, давай. Опа. 327 улучшений. Можно... 14400 стоит, ничего себе. Так. А, лук рейнджера можно дважды улучшить. Ну, посмотрим. Это потом улучшалки какие поинтереснее появятся. Эту хрень можно трижды улучшить. А, обращение. А. Падли. Обожгла меня. Так, чертеж теперь вы... Сборку предмета спали. Так, и чё, и как тебя собирать? Ткани бегуна. Это жопа самая, блин. Электротехника, электроника, пластик, жестянка, алкоголь. Нахера вот этот алкоголь для сбора меча? А? Вот чё за... вот бредовая какая-то это. Честная идея. Алкоголь для сбора меча. Ну-ка пойдем попробуем. Башку кому-нибудь снести им. Хреново, что его чинить нельзя. И использование 56. Ну. Так, что еще? Цветы какие-то. Ядовитый лишайник. Ты, по-моему, тоже для чего-то нужен. Не могу вспомнить для чего, но хрен с тобой. За плечами школа Моровинда, где всякие травку, всякую хрень собирать надо было. Поэтому лучше собрать. Не, вас здесь дохера. Еще мне наваляете. А вот ты. Охренеть. Вот это да. Вот это да. Опа. Ну что ты не заходишь-то? Пистолетный патрон. О! Пестик! Офигеть! Пестик нашел. Ну чувак застрелился, так, а ты? Лестница куда? Слушай, прикольно. Не знал, что здесь есть пестик. Нормально. Экспалибур и пестик еще. Вдобавок. Давай попробуем кошмальнуть в кого-нибудь с пестика. Сперва мы его попробуем поставить. Немецкий пистолет. Вот, давай. Зашибись. На, нахер. На. Сейчас все патроны потрачу.
бабах. Все, охереть. Так, а у меня молотов есть? Молотов. Слушай, нормально, нормально. Так, надо молотов сделать. Чертежи. Так, блядь, не то. Следующий фильтр. Коктейль молотова. Раз. Два. Так, стрелы рейнджера. Гвозди, металлические детали. Давай-ка стрел сделаем. Будем охотиться на вас, твари. Угу. Так, а что, все, пистолет закончился? Примерно по такому типу просто и происходит прокачка. Поэтому на видео смысла нету это все записывать. То есть это очень долго. И неинтересно. То есть таким же образом происходит фарм припасов. Что я смотрел некоторых ютуберов, они там прям не знали, где им брать эти припасы. Вечно бедствовали. А это вот так вот происходит. Вот, ну, на видео, если, конечно, будет интересно вам смотреть, как будет осуществляться фарм, ну, пишите в комментариях. То есть тогда я буду снимать с фармом. Ну, на фарм уходит времени очень много. На фарм. Так, тут. Так, мне надо до будки добраться, все. Жаль, что нельзя эти пистолетные патроны ничего такого делать. Ну. Хотя, может, и можно делать, может, я просто этого не знаю. Че, устал, да? Задохнулся. Так, давай, давай. Эту. А интересно, если... Тебя... Валим. О! Это открыть можно. Так, и... Куда-то мне надо, сюда вот. По-моему, да? Или на соседнюю. Ну, отсюда в любом случае прыгать. Это Крейн. Говори. Возможно, я скоро встречусь с лидером башни. Принято. Установи его личность и немедленно свяжись с нами. Подожди, а там, по-моему, тоже какая-то еще осталась коробка, я не проверил. Или мне... А, ну да, вот он. Сундук. Так, подожди, а у меня же навыки, да? Уровень силы. Прокачался. Так, что тут? Оглушающий удар ногой. Удар ногой оглушит врага с вероятностью 10%. Оглушенного врага проще убить. Чтобы использовать, нажмите... Так, поразите метательным оружием до 3 врагов каждый раз. Удерживайте Б5, а ну... Это высшая математика. Надо сразу. Ну, это не для меня. Так, чё, погнали.
Так, где-то здесь мусорки есть, нет? Пороемся в них? Нет, не пороемся. Так, а что у тебя, что-нибудь есть? Давай. Пригодится. На разбор всякого хлама. Чё? Чё ты говоришь? Удерживайте, чтобы подняться на лифте. 60. Так, похоже, миссия Брекена провалилась. Джейд созывает собрание в башне. Я наконец-то смогу встретиться с Брекеном и установить его личность. Ах. О, барыги. Молоток. Сколько? У меня 827. Продать. А, сука, за косарь 400 только продать можно. Немецкий пистолет, водяная труба. Так, водяная труба. Продать. Разводной ключ. Трубный ключ, ракета. Ну, так, это давай тоже продадим. Это продадим. Газовое, вот это. И это пока оставляем. Все. Да нечего тут у вас купить, блин. Гвоздодер, молоток. Пули бы продавали вы. Крейн. Слушай, прошлой ночью Брекен с группой паркурщиков вышел за грузом. На команду напали кусаки, потом он попал в засаду к людям Раиса. Его избили до полусмерти и забрали груз. Теперь Брекен хочет пойти за вторым грузом один. Остановим его. Он должен меня поддержать, ясно? Ты должен. Да посмотри, ты идти-то толком не можешь. Идет, ты нужен нам живым. Приготовься, заходим. Поувереннее. Брекен, Лена. Может, хоть тебя он услышит? Джейд, кто это с тобой? Кайл Крейн. Брекен, послушай, туда тебе точно возвращаться нельзя. Мы можем найти другой выход. Тобой нельзя рисковать. Так, Крейн, я пойду, все сделаю. Точно, да? Крейн может пойти и будет рад помочь. Господи, без обид, приятель, но ты зеленый, как трава, ты не можешь. Крейн справится, он начнет с нужного места. Лена права, ты нужен здесь, чтобы заботиться о башне. Убеждать людей. Черт, может, последний раз попробуем. Не выйдет, вернемся к Раису. Ну, ладно, ладно. Удачи, Крейн. Джейд, Брекен, пару слов. Иди к котловине, скоро вернусь. Слушай, надо обсудить одно дело. Брекена при вылазке тяжело ранить. Он скрывает, насколько тяжело. Он получил удар в голову. Теперь у него припадки, а у меня совсем нет Ларатракса. Ни у кого не, когда вспыхнула эпидемия, лекарства глотали, как конфеты. Аптеки давно опустили. Все верно. А ты откуда знаешь? Чем я могу помочь? В городе есть человек по имени Гази. Он слегка не в себе, если понимаешь, о чем я. Его мать страдала от эпилепсии, и раз в месяц он покупал для нее лекарства. 2 года назад она умерла, но Гази продолжал приходить в аптеку и забирать ее препарат. Гази любит заведенный порядок и бывает весьма настойчивым, так что в аптеке с ним не поспорили. Думаешь, он все это время складывал лекарства? Если нет, то даже не знаю, куда нам еще податься. Гази живет под эстакадой. Не говори, что его мама умерла, он не поймет. Воздушный груз, День матери. И какую-то фигню еще дадут. Так, а что здесь? Квесты?
Так, есть какой-то на этом уровне квест, да? Вот у этого, по-моему. Молодец, 31-й. Ну, то есть Крейн, верно? А ты просто со мной поговорить хотел? У тебя нет запасных ключей? А в чем дело? Там явно что-то происходит, дверь закрыта. Так, остальное... Нет, еще какой-то есть тут. Кто хочет со мной поговорить? Ты? У Дедвуда в ломбарде должно быть осталось немало интересного, всего понемногу. Мне бы оно не помешало. Сходи, возьми тогда, что? Если бы тебе это не помешало. Так, ну давай тут еще глянем. Так. Кто тут хочет поговорить? Тун-тун-тун. Ну. Че, тут никто разговаривать не хочет или что? Хрен пойми. О, Дедвуд. Слушай, мне нужно выбраться отсюда. Вывести жену и ребенка в безопасное место. Сейчас самое безопасное место в округе тут. Самое безопасное в трущобах. Это не лучший вариант. Моей семьи здесь не место. Я знаю, как выбраться из трущоб. Не могу вдаваться в детали, но мне нужно пересечь весь город. Я без ствола. Мне не выжить. Принесешь пушку, расскажу о месте, которое еще не разграбили. Обещаю, ты не пожалеешь. Откуда ты знаешь, что оно не разграблено? Потому что есть только один человек, который о нем знает, и он перед тобой. Принеси мне пистолет и ключ твой, вместе со всем, что ты там найдешь. Окей. Давай. Достал? Супер. Вот обещанный ключ. Не зря я все патроны потратил. Он от моего старого ломбарда. Когда-то это был лучший в городе. Кстати, раз же спорил, окажи мне услугу. Принеси мне кое-что со склада в ломбарде. Ты же все равно туда наведаешься. Что принести? Только не смейся, ага. Экшн-фигурку. Рэя Маккола. Знаю, звучит глупо, но сын ее очень любит. Ну окей. Подожди, а мне за пистолет-то дали очки? Что-то я не это... Пацаны тут... Давай. Эй, Бахир живет в комнате 202, можешь наведаешь его? Скажешь, что он опоздал на работу и сидит зол на него. Будешь добр, сходи к нему, если он действительно там. Ну окей. Так. Там потом все внизу. Ну и теперь только этот. А, во. Ты в загрязь захотел, да? Что тут происходит? Бахир заперся в комнате. Мы слышали его крики. Может, он обратился? Слышишь? Замок не поддается. Хочешь попробовать? Да без бы сейчас мы его нахер. Бахир, ты тут? Помогите. Где ты? Здесь, в толчке. Бахир. Что случилось? Не могу двигаться, будто грудь сейчас взорвется. Ты обращаешься? Нет. Я принял антизин, и все начало болеть. Вон капсула на полу. Там поднята антизин. Так, ну что? Что делаем? Так, пистолет, ломбард. Там продать, купить. Свяжитесь с ВГМ. Здесь не с кем базарить. Так, мне надо на лифт тогда. Лифт. Вроде на этом этаже.
Так, ну что, тогда на этом все. Продолжим в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, какие-то предложения. Все, всем пока, до новых встреч.